Мяркуючы па колькасці людзей на аэрадроме, можна ўпэўніцца. Брастаўчане – актыўныя парашутысты. Прычым па статыстыцы менавіта прыгожая палова чалавецтва марыць хоць раз у жыцці здзейсніць такі, на думку некаторых, безразважны ўчынак. Але не ў гэты раз. Героем дня стаў брастаўчанін Андрэй Ляпусцін. Ад астатніх аматараў драйву маладога мужчыну адрознівае адно. Ён зусім нічога не бачыць. Аднак тое яму не перашкодзіла. Ды і начальнік аэраклуба нагадвае, паспрабаваць свае сілы можа кожны. У нас былі случаі, когда с парашютом прыгалі ребята с так называемыми ограниченными возможностями. Незрячие еще у нас не были. Это первый у нас случай. Мы не то что акции эти проводим, мы показываем всем остальным, в том числе сами убеждаемся в том, что когда ты ограничен в чем-то, не значит, что ты должен опустить руки. Пачуўшы по радио про брэсцкі аэраклуб, Андрэй не раздумываючы потэлефанаваў. И вось аэродром под ногами. Перш абавязковый инструктаж, а затым экіпіроўка и на узлетную. В жизни должно быть что-то новое, и надо что-то делать, на месте не сидеть. Вот, поэтому надо подниматься с диванов, от телевизоров, и тем более, что есть возможности на сегодняшний день очень много. И аэроклубы какие-то, да, и там и горы, и скалы, и много чего другого. Подтримать и задать настрой пришли родные и близкие Андрея, сярод яких и жонка Галина. Он в надежных руках, потому что он летит в тандеме с профессионалом. Поэтому я вообще не переживаю, считаю, что это, он получит отличное впечатление. И, в принципе, наверное, сама бы тоже прыгнула бы, может быть, после него потом. Ребята, шикардос! Тым, каму пакуль не хапае адвагі зрабіць свой першы крок у небе, прапануюць нябесную прагулку. Сярод аматараў жывапісных відаў аказаліся сем'і якоўчык і бычак. І наша здымачная група адправілася разам з імі. Што казаць, уражанняў ад 10-хвілінага палёту засталося шмат. Супер, вообще! Мы первый раз летали, это было здорово! А вам, дзецька? Хорошо! Не испугались, когда вы падпрыгнулі? Нет, ну не особо. Ну чуть-чуть. Галоўнае – адважыцца. Не кожная смеліцца ступіць у блакітны праём самалёта на вышыні 1000 метраў. Сённяшні герой даказаў – нічога немагчымага няма. Анастасія Кудзіш, Раман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».